Всем привет, дорогие подписчики и просто зрители моего канала. Отремонтировал я вчера блок 1.6M. Решил проверить его на своем приемнике. И при включении приемника обнаружилась вот эта фигня. Вот я его включил. И он начинает крутить моторами. То есть настройки не происходит. Вот прибор 1.0V. Сейчас переключатель стоит в положении контроль блока 1. На выходе нет практически ничего. Снова. Я грешил на вот этот вот транзистор Т5 в блоке 1.1M. Долго я ходил вокруг да около. Не мог понять, что происходит. А оказалось, причина даже не в нем. Смотрите, один интересный такой момент. Вот здесь стоит резистор с обозначением R37. Он вообще подбирается при наладке этого блока. Вот, обратите внимание, что происходит. Видите, нога прям шевелится. Вот я ее сейчас прислоню, и блок заработает. Раз. Появился прием. Иногда бывает вот так. Можно искать долго неисправность, а она оказывается даже не в том месте, где ты ее ожидаешь. Рано я отрапортовал по поводу транзистора Т5. Оказалось, дело не в нем. Вот так вот паяли монтажники, наладчики. Не хочу как бы о них плохо вообще говорить. Все бывает, конечно, иногда. Но тем не менее. А вот мой восстановленный 1.6M. Кстати, можно посмотреть. Сейчас мы резистор назад приладим. Так, где он там? Так, все, сигнал появился на первом блоке, вот он. Сейчас мы посмотрим уровни. Так, это 500 килогерц, 100 килогерц, 50, 20. 20, кстати, всегда практически выходит за пределы шкалы. На многих узлах я это встречал. Это у нас 10. И вот это 4 килогерц. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии обязательно. Всем спасибо. 73.